Жители частного сектора на улице Заречной в Химках встретились с заместителем главы по вопросам благоустройства. Основные темы – коммунальная сфера, заключение договоров на оказание коммунальных услуг и вопросы освещения территории. В консультации нуждались порядка 90 домовладельцев. Нет договоров на вывоз мусора. Собственники хотят, их никто не принимает и не решает. Не передали уличное освещение администрации города, это территория. Ну, это, пожалуй, вот самые такие глобальные вопросы. В администрации города быстро отреагировали на просьбу людей и организовали встречу с жильцами, чтобы помочь разобраться в ситуации. Мы решили вот буквально уже в этом году, да, зимой, по передаче сетей электрических. То, что касаемо мусора, сейчас онлайн связались с рекоператором. Ну, рекоператор обещал заключить договора оперативно. На этой неделе обещали дать обратную связь, приехать к людям и разобраться. В Химках проводят разные форматы встреч с жителями. Это и пешие обходы заместителей главы, и выездные администрации, которые проходят в разных микрорайонах городского округа. И, как показывает практика, подобные форматы востребованы среди населения. Юлия Самошина, Александр Сергеев и Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.